больше ничего не работал. Может показаться странным в этом всем перечислении воспоминания о Пастернаке. Как так? Дело в том, что Тарковский лучше всего читает даже, пожалуй, не аналитику, а его дневники. Становится понятно больше. Он интересовался и зен-буддизмом. Он пишет и про интерес к Кастанеде. Он пишет и про спиритический сеанс. Друзья, посмотрите, какой великолепный вид. Какая красота. Набережная реки Яузы. И великолепный вид на знаменитый жилой дом на Котельнической набережной. Одна из легендарных сталинских высоток. Вы спросите, где я? И даже, наверное, не угадаете и не догадаетесь, потому что я сейчас нахожусь в библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино. И сегодня здесь проходит интереснейший кинофестиваль «Ночь в кино». По правде сказать, в библиотеке иностранной литературы я не был уже очень-очень давно. Но, к моему удивлению, она изменилась очень сильно. Вот посмотрите на эти интерьеры. Такое ощущение, что я сейчас нахожусь в какой-то классной библиотеке, ну, например, в Швеции или в Норвегии. Но нет. Я здесь, в Москве, в библиотеке иностранной литературы, в старом советском здании 70-х годов, которое внутри теперь выглядит очень современно. Часто, что Африка — это дикость, грубость, она есть, как, наверное, в любой стране, там и есть и предостаточно, вот, но очень много каких-то таких глубоких, мудрых, спокойных людей, которые прям впечатляют. Лида, привет. Хотел спросить, ну а к шаману Куду? Не ходил? Не ходил, да.
Вот тут такое интересное кресло. Такое аутентичное, вписанное в интерьер библиотеки. И это кресло Маргарит Рудомино из ее квартиры в Денежном переулке. Российская империя изготовлена в 1910-е годы. Так вот, именно вот здесь, в квартире в ее оно стояло, и здесь, там же размещалась в этой же квартире библиотека. И Рудомино везла его с собой, когда библиотека спешно съезжала из квартиры в 1924 году. Просто помочь.